Когда-то очень давно, в 12 году, моя 14-летняя дочка загадала желание на день рождения себе получить собачку. В то время, когда другие дети просят планшеты, айфоны, ноутбуки, у моего ребенка такое было странное желание. И мы решили поддержать ее желание. Нашли в интернете приют. И в день ее рождения, когда она пришла со школы, мы ей предложили: «Дочка, ну что, едем в город покупать тебе телефон или едем в приют выбирать тебе собаку?» Ни секунды не было сомнения. Буквально сразу она закричала от счастья: «Ура, едем за собакой!» И в 7 часов вечера мы позвонили в приют, нам ответила Валентина. Сказала: «Приезжайте». Так мы всей семьей поехали выбирать Люку, доченьке на день рождения. С 20 января 2012 года началась наша дружба с Валентиной, с лохматой душой, и я думаю, она никогда не прекратится. Моя дочь открыла глаза не только мне, но и всей нашей семье, что можно жить по-другому. И я думаю, мы на всю жизнь останемся с лохматой душой. Доченька моя милая, будь счастлива, родная. Ты сделала нас добрее, ты сделала нас мудрее. Ты открыла нам глаза на то, что жить можно по-другому. Спасибо тебе, моя золотце. Будь любима, будь счастлива. Пусть тебе попадаются на пути только добрые люди. И я думаю, что в твоей жизни всегда будет все только на высшем уровне. Радость наша, ты прелестна, беззаботна и легка, и щебечешь, словно птичка, пляшешь лучше мотылька, даришь людям всем улыбку, обаянием полна, и тобою наша радость, вся семья покорена. Родная моя, милая дочурка, сегодня день рождения у тебя, ты для меня как зорька ранним утром и самая прекрасная звезда, пусть в жизни твоей все проходит гладко, а рядом будут верные друзья. И ангел за плечом твоим украдкой пусть взор с тебя не сводит никогда. Здоровья тебе крепкого, успехов, пусть все твои сбываются мечты. Счастливой жизни, много-много смеха, ведь этого заслуживаешь ты.